Ну что, ребят, всем здравствуйте, приветствую. Сегодня что, мы возвращаемся, блядь, снова в этой игре. Мы не возвращаемся, мы снова в этой игре. Stick Car Driving, да, прикольная игрушка. Вот, мы в прошлом видео, блядь, про Stick Car Driving, кто не смотрел, вот там, блядь, подсказка в верхнем правом или левом углу выскочила. Посмотри, там смешно, реально, вот реально смешно. Вот, просто покатались на стоковой машине, вот, и, ну, посмотрел, что это такое, вот. Возможно, даже пройдем с вами автошколу. Но сегодня мы просто также похасаним. Сразу предупреждаю, дисклеймер, блядь, такой. Никому не повторять, не смотреть, ничего. Вначале был дисклеймер, ебать, и прям длинный, нахуй. Не повторять нихуя. Это просто игра, виртуальная реальность, нахуй. Жизни такое осуждаем. Нужно аккуратно водить с головой. Тут мы просто фанимся, что это игра. Это полная игра, типа симулятор. Ничего больше. Все. Здесь YouTube, нахуй, ты, ну, не будешь банить. Не будешь, бля, ограничения, ебать, 18+ ставить. Вот. Сегодня у нас такая машина с вами интересная. Солярка, да. На какого? 21-го, до 2-го года. Она 1.6, блядь. Охуенно, блядь. Самый такой овощной у нее, блядь, двигатель. Ну, ладно. Полностью она в тонере, как вы видите. Black Edition. Вот. А в салончике у нас, ну, как-то так. Довольно-таки скромненько, да, типа ничего такого нового нет. А, механик, да? А, ну ладно. Ничего такого нету, блядь. Всякие кнопочки, вон стеклоподъемники есть. Блядь, блокировка, блядь, стекол задних, так понимаю. Блядь, блокировка дверей. И, типа, настройка зеркал электрическая. Электронастройка зеркал. Здесь все довольно-таки простенько. Простенько довольно-таки, простенько, блядь. Вот это, конечно, мне уебанство, блядь, не нравится, что, блядь, три ручки есть, нахуй, а тут хуй, блядь. Хотя, нахуй, она нужна, согласен. Ну, блядь, ну, вот, свет есть ебаный, блядь. Что-то еще. Ну, в принципе, я говорю, в принципе, для, ну, такой бюджеточки нормально. Сама машина плавненько, думаю, все в такси на них ездили. Вполне все ездили. О, подожди. Опа. О. С стороны пассажира это все выглядит так. Тут один стеклоподъемник, и все. То есть сел, поехал, не выебываешься. Климат-контроль у нас есть, скорее всего, да. Подогревы всякие, чинь подогревы. Все есть. Даже есть мультимедиа сенсорная такая. Интересно, интересно. Кнопочки, конечно, нет старт-стоп, она вон с ключа заводится. Но ничего страшного, ничего страшного. Вот, в принципе-то, можно, как говорится, и начинать. О, привет! О, слышал? Наверное, ты слышал, как она заводится? Сразу мультимедиа у нас включилась. Ну, такая довольно-таки тоже простая, блядь, бюджетная, блядь, уебанская, как всегда. Ну, ничего страшного, ладно. Ага, хорошо. Да, проследуем с тобой. Ну, пристегиваться мы уже поняли, что нахуй оно надо, да? Так, что у нас здесь? У нас с вами здесь... О, тут даже есть камера заднего вида. Нихуя. Прикольно. Прикольно. Как по мне, приколдесно. А, то есть я могу виртуальные зеркала выключить, что ли, блядь? Подожди-ка. Свет, вот он весь. Чё такого нету? Чё, поехали? Чё, шо, блядь? Блядь, что за уебанство, нахуй? Вот, может, чуть-чуть даже вот так. Ну, пусть так будет, ладно. Угу. Не знаю, будем хасанить сегодня, еще не будем. Эта машина вообще не для хасанства. Не для того, чтобы хасанить на ней. Сделано. Так. Сейчас я быстренько настрою все, что мне нужно тут. Как сесть, как не сесть. Как по мне, прикольно. Сейчас посмотрим ее в действии. Посмотрим. Ой, блядь, что? Посмотрим сейчас ее в действии с вами. Блять, 1.6. Ну, что-то как-то, ну... Не то. Слабенько, да, слабенько, пиздец. Очень такое. Ну, блять, реально, не для гонок, как минимум, сделала эта машина. Ну, солярочка прикольная, прикольная. Прикольненькая. Типа, почему нет? Хочу десятка сорубим с тобой, давай, мать.
1.6 вводит мотор, слышь, нахуй? 1.6, блядь. О. Чего, блядь? Нормальные тормоза здесь? Сейчас мы это проверим, блядь. Вот так делаешь. Слышь, нормальные тормоза здесь? Ты видел? Смотри, какие тормоза. Ебать, охуенная. Да иди нахуй, ёпта. Передний привод, кстати, у нас с вами здесь должен быть, как по крайней мере. То есть, смотри, какие, ебать, тормоза нормальные. А не то, что плывут, блядь. Хорош. Хорош. Сами заправимся быстренько, блядь. Ну, типа, она, да, она вроде как, знаешь, типа, дает, типа, вроде звучит, блядь. Типа, о, бля, я слышу, могу все, да? Но как-то, блядь, что-то не то, блядь, как будто бы. Ну, блядь, она, вот. Блядь, смотри, как нормально останавливается вполне даже. То есть здесь можно прям хасанить, слышишь? А, нам не сюда? Ой, блядь. Посмотрим потом на повреждения, какие есть, но здесь чего нету. Блять, хуй его знает, конечно. Еще мне кажется, знаете, прям руль как будто бы, да, вот, ну, как будто мультяшная, хуй знает. Мне прямо сейчас вот это кажется. Ебать, смотри, как она останавливается охуенно. Пиздец. Ее не заносит, нихуя, как ту машину помните, на которой я ездил. Ее не заносит. К тем тормозам я уже привык, но я тут не сам иногда катаюсь. Чего бы нет. Бля, ебать, он тормозит, это пиздец. Ну, хоть что-то, блядь, здесь по-человечески сделано. Но руль как будто бы реально нарисован, и прям пиздец, мультяшный, нахуй, кто его знает. Может, мне так кажется, я ебу. О, блядь. Ну, вот она, типа... Да, есть такое, что вот, смотрите, вот я, видите, руль шатаю, она даже, ну, так, чуть-чуть. Какие-то провалы есть, мини-провалы у нас с вами есть. Ну ёбаный, мы поедем или нет, ёбаный, X5 нахуй. Бля, я рот твой шатал нахуй. Пиздос, блядь. Ну, вроде звучит, но не едет нихуя, блядь. Ну, хуй его знает. Типа, просто, чтобы ездить, да, можно взять ее. Но чтобы, блядь, вот так вот нахуй на них что-то исполнять, нихуя. Да, она тормозит, вот тут она тормозит охуенно. Не знаю, как в жизни она, вроде, тоже хорошо тормозит. Жизнь вроде тоже хорошо тормозит, блядь. Ну хуй его знает, типа, блядь. Не знаю. Хуй его знает, ребят, честно. Честно, хуй его знает. Так, бак у него с какой стороны вообще? Вроде с этой должно быть, да? А, еще хуй увидишь. Она же Black Edition. Вроде в жизни у нее, блядь, с левой стороны бак, как я знаю. Наверное, должен быть с левой. По крайней мере, он должен быть с левой. По крайней мере. Да, он с левой. Я был прав. Да. Давай ситуацию представим. Вот, допустим, ты вот данный выходной день... Такой, блядь, ну вот, да, у тебя солярка есть, да, солярис ты купил, накопил, либо взял, не знаю, в кредит, не в кредит, просто где-то, ну, просто у тебя купил солярис, да, новый такой, блядь, ну, с кайфом вообще, чё. Заправился в выходной день. Заправился спокойненько. Ну, вот, такой, ну, блядь, ладно, выезжаешь спокойненько. Вот, едешь не торопясь никуда. Едешь, не торопясь никуда. Спокойненько, блядь, в соковом режиме, блядь, все хорошо. Тут тебе, блядь, звонят, ты такой, блядь. Алло, нахуй. Алло. Здравствуйте. А, милый, это ты? Че такое? Что?
нужно тебя отвезти в магазин. Ну хорошо, давай сейчас через полчасика буду. Какие полчасика? Ну, блядь, как минимум долго ехать, нет? Как минимум, блядь. Как минимум долго ехать, нет? Есть 5 минут всего лишь. Ну, может, 10. Ну, ты сама знаешь, как мне нужно, да? Ну, не спортивно, зачем? Ну, плюс, блин, типа штраф получать. Зачем оно мне надо? 5 минут. Блядь, сбросила. Ну, видишь, такой, блядь. Такой, ладно, 5 минут. Такой, да? Может, поедем? 5 минут, да, есть нахуй? 5 минут, да? Ну и все, блядь, тапочку в пол нахуй, и на своем солярисе, и башишь. Вот так вот, блядь, по точечке нахуй. Ну, похуй, и так делаешь, блядь. Едешь такой, блядь, ебаный съем, нахуй, шо за хуйня? 5 минут, нахуй, уже 4, блядь, можешь на часики такие, блядь. О, тихо, 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 мальчик, тихо. Едешь такой, блядь. Ну она не едет нихуя, блядь. Ну, какой хасань по ней, блядь. Она не едет нихуя. Ну зато рулит нахуй охуенно. Ты чё, блядь, дядя, нахуй? Слоё, бля, ёбаный, блядь. Чё захотел, блядь? Ну типа вот, она не едет нихуя. Я уже на той столько машине тут уже ехал, блядь, 170. Чтоб вы понимали. 170 ехал уже, если что. Такой, а, бля, ёбаный нахуй. Опа, сяточка, блядь. Не едет она нихуя, вообще не едет. Ну не едет она, блядь. Ну просто она не едет, блядь. Овощная нахуй она просто, и все. Овощная, блядь, у нее двигатель, ебаный сыр. О, блядь. Ну ничего, приснилось, блядь. Выезжаешь такой, ебаный сыр, нахуй. Едешь такой, блядь. Все, 3 минуты осталось. На часики смотришь, ты, блядь, 3 минуты. Ебаный рот, надо успеть, блядь. Надо успеть, нахуй, надо успеть. Так, опа, нахуй, делаешь. Ну, 136 она только сейчас разогналась. Ну, блядь, ну это не серьезно. Какой на ней хасанец, ебаный сын. О, блядь. Ну, ладно, нормально, блин. Подумаешь. Такой, блядь, что делать? Ну, ебаный рот, блядь. Если так разворачиваешься спокойненько себе. Поворачиваешь, блядь. За ней вот так вот. Все, 2 минуты, да? Ну вот, я уже приехал, блядь. Едешь такой, едешь, блядь. Такой, о, нахуй, где она, блядь? Ёбаный рот, блядь. Ну где ёбаный въезд, нахуй? И вот она, да, там идет, блядь. У, блядь, тихо. Здесь так остановился. Говоришь, давай, прыгай, малых, прыгай. Вот она, допустим, села, да? Все, у тебя есть 3 минуты, чтобы доехать до, блядь, этого, нахуй, до магазина. Она говорит, блядь, только, пожалуйста, ну, быстро не езди, пожалуйста, хорошо? Ты говоришь, блядь, я не могу, машина, блядь, не позволяет. Говоришь, ну ладно, хорошо. Он говорит, ну все равно, быстро не езди, пожалуйста. Тут, типа, ну давай не нарушать правила. Давай не нарушать правила, нихуя. Давай просто спокойненько поездим. Ну, типа, ладно, 3 минуты, если что, опоздаем, ну ладно, все равно. Такой, окей, ладно, без проблем вообще, блядь. Останавливаешься здесь, аккуратненько вот так вот. Едешь, блядь, разрешенный 20 км в час. Пропускаешь, да, тут такое. Блядь, нормально. Едешь такой все спокойненько, блядь. Он говорит, все, блядь, 2 минуты осталось, либо магазин закрывается, и ты такой, а, да? Точно? Говорит, да. Ну такой, нахуй. Ну ладно, окей. Говорит, пожалуйста, не надо. Ты такой, надо, надо. Да еще музычку какую-нибудь включаешь, и все, ебать, поехал. Вот так, ебаный рот, блядь. Опа, нахуй. Ебать, ну ее носит, нахуй. Ее носит. Останавливаешься тут. У тебя тормоза охуенные. Карбонокерамические, блядь. Ай. Приснилось. Карбон керамический поставился, блядь. Такой, вот магазин уже тут. Он говорит, да, правда? Ты же, да. Минута, чтобы, блядь, закрытие магазина. Такой, говно вопрос, нахуй.
так сюда, блядь. Заезжаешь, блядь. Ставишь заднюю, блядь. Все, блядь. Паркинг нахуй. Все, она ушла. Ты такой, ебать, приехал. Ну хуй знает, машина типа, блядь. Типа, не знаю, мне такое, блядь, ну, хуй его знает, не нравится. Мне такое вообще не нравится, нихуя. Ну, блядь, она не едет, да, типа, просто для того, чтобы тошнить там в городе. Ну, машина подойдет, окей. Подойдет тачка, типа, и... Просто ездит, она комфортная довольно-таки. Блин, они в такси, я думаю, все ездили, да? Машина комфортная. Просто машина, блядь. Типа, жоп перевозка и все. Вот, для меня даже вот, вот эта вот семочка, блядь, или пятерка, или, или девятина, будет поинтереснее даже. Хуй его знает. У каждого, блядь, свои вкусы, каждый свои предпочтения, блядь, ну, не знаю. Так, чтобы просто на каждый день на ней ездить, да, блин, нормальная машина, хорошая, я думаю. Почему нет? Но так, чтобы, блядь, хуй знает, что-то там исполнять на ней, блядь, вы видите, что нихуя не получается. Не получается мне ничего исполнять, типа, ну не для этого машина создана, реально не для этого, как минимум, типа 1.6, хуй его знает, честно. Да, тормоза тут хотя бы охуенные, блять, не то что на той, который, блять, я ездил на стоковый, но, блять, ну не знаю, ну не для этого эта машина, не для того, чтобы гонять. Конечно, можно заморочиться, там, да, турбину-то всунуть, но хуй знает. Нет, это не для этого машины. Просто реально либо в такси, либо чисто, блядь, ну, для своего комфорта ездить и все, спокойно, с семьей, не с семьей. Спокойно, комфортно ездишь и все. Почему нет? Почему нет? В принципе, я говорю, здесь, типа, ну, климат-контроль, он даже есть. Климат-контроль, здесь все, подогревы, блядь, все. Там вроде даже, ну, подогрев руля вроде нету, есть подогрев, типа, блядь, стекла, вроде, как я знаю. Хуй его знает. Хуй его знает. Ну, типа, вот положу. Ну, бля, она еле-еле разгоняет, нахуй. Вот еле-еле разгоняет. Ну, тормозит, да, охуенно. Тормозит она охуенно, не спорю. Бля, ты шо нахуй? Вот даже видите, девятка нахуй обгоняет уже, ёбану, блядь. Пиздец, блядь. Ёпта, Волга. Так мне бы зайти, найти заправочку, конечно. Неподалеку. Хуй знает, не для этого эта машина, конечно. Даже вот такой базовый, блядь, будет это интереснее, машина, которую, помните, мы в прошлой серии с вами гоняли. В серии, блядь, в прошлом видео, нахуй, какой серии, блядь. Сейчас, может, выйдем на автодром, блядь, ну, на шоссе. Посмотрим, что там можно поисполнить. Поток, кстати, я вам напоминаю, 90% туда. Ну, типа, ну, по мне, не для этого эта машина, блядь, вообще не для этого. Чё ты там бикаешь, блядь, что ты хочешь, нахуй, не пойму, блядь. Вот, в самой игре, типа, ну, блядь, зеркало, блядь, вот это центральное, блядь, ну, не проработано, конечно, там видно все, да, но не проработано, боковые зеркала, блядь, оба проработанных. Ты чё, блядь, слышь, смотри, нас камрюха жмёт. Слышь, блядь, сюда иди, блядь. Ты чё, блядь, Вася, нахуй. Кого ты там жать захотел, блядь. Чё ты там, блядь, давай порешаем с тобой, блядь. Ой, блядь, это самая нахуй? Это самая шестерка или что, блядь? Ну, так можно, да, побаловаться чуть, но хуй его знает. Ну, не для этого эта машина вообще, не для этого. Не для этого эта тачка. Так хотелось, блядь.
повреждений таких, блядь, ну, хуй, она вроде ее нет, да? Их нету, да? Да, их нету, блядь, то есть вообще никаких. Очень жалко, конечно, что нет, блядь. Ну, нету никаких повреждений здесь вон. На ней самой. Хер его знает, честно. Купил бы себе такую тачку. Ну, чисто так, чтобы на каждый день тачка, которая вся заведется и зимой, и летом, блядь, да? Которая надежная, блядь, которая просто, чтобы, блядь, можно было доехать от пункта А до пункта Б без всяких проблем. Да, купил бы. Если мне нужна была бы. А так, чтобы что-то, блядь, исполнять мне или просто как-то, знаете, для души, нет. Скорее всего, нет. Не знаю. Хуй его знает. Ну, ебать, может, мы поедем, нахуй? Блядь, ёбаный Мерседес, нахуй. Типа вот, на 85 едет, хотя на той, на базовой, я бы здесь уже сотку ехал, ребят. Честно. Ну, тормоз... Тут бы не затормозил, конечно, да, на ней. Потому что... Потому что на той тормоза вообще хуйня ебаная. Ну, вот тупо тапка в пол сейчас. Тебе все колбасит, что за хуйня? Мы сейчас улетим скоро, блядь. О, блядь, вот это вот. Это пиздец. Ну, херо знает, что на ней исполнять можно, блядь. Ну, чисто так, типа, поугарать. О, давай. Опа, вот так, нахуй. Типа, ее, блядь, все, вон, она вся плавает, нахуй. Зато затормозит она всегда. Видите? Сотки, нахуй, до 30 скинул просто. То есть, херо знает, честно. Правда, я хер его знает. Да иди нахуй, блядь. Я хер его знает, правда. Чё от неё хотят, блядь? Типа, хотеть от неё чего-то такого, блядь, чтобы она прям вот со старта и уже, блядь, 50 ехала? Нет, такого нет. Она разгоняется очень так. Реально просто же повозка, блядь. То есть исполнить не даже... Вот я даже, ну, не хочет на ней ничего исполнять. Просто хочется спокойно на ней ехать. Ну, блядь, тут как будто реально карбонокерамические тормоза, ебать. Пиздец, он тормозит жестко. Я хуй его знаю, честно. Я себе. Честно, даже не знаю, честно. То есть ну и все нахуй трясет уже, блядь. 160 едем, блядь, ее все трясет нахуй. 173, блядь. Ну, смотри, все трясет, блядь. Так руля даешь, ой, ебать, она плавает все. Ну, хер он. На, ебать. Вот и все, блядь. Да. А, не работает, серьезно? Ну ладно. Хер его знает. Прорисовано, кстати, довольно-таки все хорошо. Очень хорошо. Конечно, спидометр вот так. Ну, типа, нет, его видно. Но так, типа, блядь, нужно приглядываться, типа. Вот тахометр сделан прям классно. Все видно четко, типа. Но спидометр надо приглядываться, конечно. Все кнопочки прикольно сделаны. Конечно, у тебя подогрев, не подогрев. Там, ну, так, смыльно, конечно, все сделано. Но, в принципе-то, я думаю, интуитивно все понятно.
все интуитивно понятно, в принципе. Сама машина прикольно сделана, снаружи 100% прикольно сделан, типа, блядь, тонер прикольно сделан. Вот. Внутри, ну, да, есть какие-то такие, блядь, ну, детали, может, мелочи, что, блядь, вот, видите, вот стойка такая, прям, грани, вся в гранях каких-то, блядь, ну, такое неприятно, конечно, но пойдет. Тормозит очень охуенно, разгоняется, блядь, ну, я думаю, как и обычная солярка, блядь. Блять, ничего тут такого нету, блять. Что от нее нужно требовать, я не знаю, блять. Отзывается на педали хорошо, типа все хорошо. Не знаю, блять. Ну, бля, пропусти ты меня, ебаный, блять. Я честно не знаю, что от нее. Ну, типа просто машина реально типа для того, чтобы поездить спокойно по своим делам и все, блять. Ничего такого от нее требовать-то и не нужно, я думаю. Что... Не для этого машина создана, как минимум. Ну, блядь, может, мы поедем, ёбана нам, блядь. Ну, ебать, поехали, алло. Стоим нахуй. Так прошла вечность, ребят. Они все стояли, 4 машины. 5. Все стояли, блядь, на светофоре. Хотели куда-то повернуть, но в итоге не повернули. Потому что перед них стояли 2 X5. И ничего не делали, просто стояли. Бля, они серьезно? Я понял. Че они стоят? А, я понял. Я понял, почему они стоят. Как хорошо, что я объехал, блядь. Осуждаем такое. Ну ладно, следующий поворот сейчас. Мы все сделаем. Давай, ёбаный автобус, нахуй. Так, кружочек 6 проедем, припаркуемся уже, и думаю, можно будет видео уже заканчивать, потому что ну, это пизда вообще полная. Это полный пиздец. Хер его знает, честно. Блять, поворот не выключено. Пойди нахуй. Ждем такое. Вот она выруливается очень хорошо, да. Я не спорю. Что хотят все. Просто машина и все реально. Бездушная, металлолом. Может душой, может для кого-то с душой, хер его знает. Ну, не знаю. Правда, не знаю.
Такая вот, ребят, такой видосик был. В принципе, здесь все, блядь, понятно про нее. Просто машина, просто, блядь, все. Ничего. Просто машина стоковая. За 2 с хуем миллиона, да. Может, 1,5, я хуй, может, ошибаюсь, но... Что такой видос получился, не знаю, смешно, не смешно, интересно, не интересно. Просто посмотрели просто стоковую машину, как она будет себя вести в игре. Тормоза охуенные, говорю, рулится прикольно. Конечно, на скорости прям все трясет, на ее, блядь, она просто плывет все. Не, давай ты не будешь ко мне садиться, блядь, я все уже нахуй. Так, на маленькой скорости рулится это нормально, она вруливается, получите даже базовая. Поэтому, блядь, спасибо за просмотр, если он надеялся, эх, тьфу, если вам понравилось. Респавнился, что ли, блядь? Дядь, ты чё, респавнишься тут, нахуй, или что, блядь? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо заранее, кто это сделал, мне приятно. Продвижение канала вам не сложно. Телеграм-канал на ваших каналах, да. На ваших экранах, там все, блядь, ну, инсайды все, блядь, все есть. Я там про жизнь пишу, да, иногда. Про, блядь, ты заебал, нахуй, респавнится здесь. Про жизнь, про видео пишу, что когда выходит, и будет выходить или нет, и тому подобное. Поэтому подпишись на телегу. Просто одну кнопочку нажми, и все. Тебе вот ты будешь знать, когда вышло видео первым, вот реально первым, либо одним из первых. Поэтому, ребят, спасибо за просмотр еще раз. Увидимся в следующих видео, в других играх, может быть. Давайте.